Саше Баранцеву 2 года, но этот малыш – настоящий герой. Он прошел такой сложный и длинный путь и вместе с родителями борется со своей болезнью. Диагноз – недифференцированная нейробластома 3-й стадии. Он уже прошел не один курс химии, операции, лучевую терапию. Заключительным этапом является иммунотерапия антителами. Это дорогостоящая процедура в Германии, на которую и собирали средства. Сегодня собрана необходимая сумма в размере 16 миллионов 60 тысяч рублей. От всей души, от всего сердца хочу вам сказать слова благодарности, что вы помогали нам в сборе денежных средств на лечение Сашеньки, а также поддерживали словами, морально. Конечно же, без вас бы мы не справились. Вы наша опора, вы наша сила. Спасибо вам огромное и низкий поклон. Да, спасибо большое. Помогали всем миром, как говорится, это точно. Также люди к нам, также люди обращались к нам со словами поддержки, финансово помогали, даже и не из России. Вот. Спасибо большое вам еще раз. Хотелось бы еще поблагодарить наших волонтеров, они проделали уйму работы, потому что мне одному было бы это не справиться, не по силам, потому что я еще помимо этого всего занимался документами. Родители и родственники Саши с благодарностью и слезами на глазах рассказывают, как много россиян поддерживают их и помогают. Впервые за долгое время малыш вместе со своими родителями целую неделю находился у себя дома. Но борьба со страшным недугом идет постоянно. Нам предстояла бессонная неделя. Большая работа проводилась документами для оформления визы. Также у нас сейчас Саша еще пока нестабильный, приходилось ему проводить процедуры переливания. Слава Богу, мы с этим всем справились. С клиникой уже есть договоренность. На сегодняшний день семья Баранцевых уже вылетели в Германию, в университетскую клинику города Кельна, в которой уже 27 ноября у Саши начинается подготовка к иммунотерапии. Процедура рассчитана по протоколу на 5 месяцев, но может занять и больше времени. Анализы, наблюдения – все зависит от состояния ребенка. На среду уже ждет МБГ-исследование. То есть это исследование, являющееся основополагающим нахождением клеток нейробластомы, то есть это изотопы радиоактивного йода. Вот. И на среду уже у нас эти непосредственные анализы назначены. Семья Баранцевых – героические люди. И несмотря на очень юный возраст их ребенка, Сашеньку смело можно назвать бойцом, а также героем. Сейчас надежда на германских врачей и то самое уникальное лечение. Но все это не произошло бы без помощи неравнодушных людей. Ведь такую колоссальную сумму собрать не всегда удается. Каждый, кто принял участие в этой борьбе за жизнь малыша, сегодня с надеждой ждет хороших новостей и возвращения здорового ребенка домой. Елена Рудакова, Дмитрий Наговицын, Воткинске.